Это на канале Майнкрафт, и сегодня мы играем в Радужные друзья. Извиняюсь, что было так, не было долго видео. Оправдания, но вам всем мои не нужны, поэтому давайте начинать. К сожалению, карта не Death Wednesday, потому что новый тренд, вышел фильм. Я нормальной карты с Wednesday не нашла, к сожалению. Ну, а так начинаем. Так, я начинала, не могу играла. Странный мир. Неужели как-то мы будем меньше дорог слухать? Черт. Сейчас, как обычно, я буду в самой жопе, да? Так, и смотрим на телефон. А где я? Это не я, если что. Утащили. Нет, нас куда-то по... Или, здравствуйте, добро пожаловать, нужна твоя помощь. Что тебе надо, зверюга? Или кто-то, в общем? Соберите кубики. Понятно. Был найден? В смысле, кто уже начал играть? В смысле, был найден? Не понял юмора. Где моя коробка? Спасибо. Спасибо, Сань. Быстро в коробку, быстро в коробку. Я не поняла юмора просто. В смысле, был найден? Типа, вышел из игры или что? Так, сбоку у нас есть счетчик. Я вижу кубик. Даже тупо его не заметить. Ну ладно. Я уже нашла кубик. Буду первой, кто его положит. Где театр? Вы не видели? Нет. Театр. Нет, тут нет театра. Где? Где он? Не понял. Так, ну давайте идем посмотрим. Хотя что-то есть. Нет, нельзя ходить, к сожалению. Давайте по синим стрелочкам. Стрёмно. Давайте коробку оденем. Блин, капец. Первый друг. Конечно, блин, первый друг. Так, ладно, пока вроде нормально. Пока идем. Живем и идем вообще. Ой. Стрелочки. А, вот. Нашел. Ой, чуть смотреть сколько. Уже 17:34. Какой странный, я не знаю, как начинать понимать. Так, нам надо с этими стрелочками, чтобы найти кубики. Блин, я боюсь. Я, конечно, не друг, но я боюсь. Так. Блин, жалко мне эту, типа, карту, где он находится. Было бы в несколько раз удобнее. Потихонечку, помаленечку. И еще, кстати, спешу вас, к сожалению, разочаровать. Сколько завтра мы будем уезжать в Санкт-Петербург, то, увы, видео не будет целых 5 дней. Это осторожненько, чтобы нас не заметил. Шикарно. Все, пошел, отлично, полезаем. На первую часть с синим челиком, а зеленую, наверное, я не знаю, что. Посмотрим, сколько времени нас это займет. Что только коробок там, а? Это, я понимаю, зеленая чупакабра живет. Походу, да, там все зеленое. Ну, там что-то есть. Так, у нас два кубика, думаю, что просто дурака повалять. О, смотри, девочка появилась другая. А, нет, стоп, это та же. Черт. Куда эти кубики делись, я не знаю. Кстати, красиво. Тут такая комната прям. Прикольно, прикольно. Так, тут у нас все равно ничего нету. Тут все равно ничего нету. Тут тоже. Блин, вот эти стрелочки показывают наверх. Вроде это не к театру стрелочки, а к кубикам мне говорили. Когда там
пороже пробовала проходить это. И на какие орды на нее иногда подставляли жестко. Там, не знаю. Так, ладно, проехали дальше. А, все, стоп, мы выиграли, супер. Значит, сейчас пойдем в Робом 2 пройти. Надеюсь, и... я не успею прочитать. Так. Оу, чупакабра зеленая. Так. Нам говорят, что он слепой, но он отлично слышит. То есть можно коробку не надевать. Но я буду перестраховываться все равно. Как все не будем играть? Отдохни немного. Он тебе понадобится. Нас осталось 4 человека. Капец, мне стрёмно стало. Ну такая страшная, наверное, когда он побегает, попрыгает, пожить. Потом закончим жить. Уже очень скоро. У нас тут есть спальники, типа, чтобы подрыхнуть. Но я лягу сюда. Ну, зелененький. Вот. А! Блин, коробку, быстро, коробку. Мне капец стрёмно. Значит, у него такой хороший слух. Похоже, Грин проснулся. Зеленый, логично. Думал, он знает что-то там. Не стоит о нем беспокоиться, он слепой. Как вы можете поймать, если не видит? Получается, если мы будем стоять тихо, то он нас не заметит, как с голубым челиком. Поэтому ладно, что у нас тут? Теперь надо корм, хотя 15 штук. Так, ладно, живем. Стрелочки у нас тут есть. Ну, вот очень интересно, было бы, наверное, спуститься сюда. Ну, сзади не появился. Вообще будет очень плохо. Так, идем, 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 идем. Там что-то розовое. Пакет! Я нашла пакет! Я нашла пакет! Я, кстати, тут уже была один раз. Там тоже нашла кубик. Так, ладно, супер. Мы нашли пакет. Следуйте за синими стрелками. Теперь в театр вернуться. Ладно, вообще ошиблась. Завтра мне будет, да, я вроде говорила, что мы поедем в Санкт-Петербург. Поэтому видео не будет. Но я буду снимать коротко, надеюсь. Да, мы поедем. Так, Грин идет, походу. Сигналка сработала. Главное, не двигаемся. Появился. Он слепой, но хорошо слышит. Нажимаемся. Ползем. Это все нормально. Не, только мне знаю вообще эту локацию, вон даже как. Я, если честно, очень испугалась. Когда увидела его сзади своей спины, это было вообще ужас, мне кажется. Да иду я, блин, в театр. Чего, не видно, что ли? Так, мне напрягается тут лампочка. Вроде Грина здесь нету. Стрёмно, 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 стрёмно. Чёрт. Всё, отлично, осталось немножко. Ещё осталось сколько? 2 пакетика. Так, стоять. А чё, прожектора горят? 2. Чё, я такая красивая, что ли? Не-не-не-не. Я, конечно, знаю, что я красивая. Так, ладно, не нашла. Так, сейчас. Она нашла. Я не сильно нашла 2 пакета. Молодец. 2! Грин! Срин, сзади! Она успела. Чё за оранжевый челик? Ну, а на этом будем с вами уже, наверное, прощаться, потому что... все, 2 части.